Индийскому Гудини теперь не до фокусов. Иллюзионист захотел повторить трюк знаменитого коллеги и решил выбраться из железной клетки, которую пустят под воду. Посмотреть на шоу собрались десятки зрителей, но конца представления они так и не увидели. Фокусник погрузился в реку Ганг под крики зевак, но так и не всплыл. Иллюзиониста не нашли даже дайверы. Остается два варианта. Или он обманул даже полицейских, и волшебство удалось, или все гораздо прозаичнее. К слову, несколько лет назад прошлая попытка фокусника удалась. Правда, тогда его разоблачили. В клетке зрители увидели дверцу. Доказал ли кудесник свою честность в этот раз? Большой вопрос.